I want to find out. Не был такой редко бывает даже в обычных турнирах, а тут. That would be more suitable for. Ну да, здесь будет такое, знаете, будет кидать тебя весь турнир. Okay, I want to go for the. От всяких сильных игроков. Wanted to go for the quick mate. Maybe this move. Yeah, I'm tilted from that last game. Даже не знаю, стоит даже комментировать сильно. Игроки мощные. Maybe some rook b1. Сильно и не покомментируешь. Просто играть надо и все. Rook b1 is still playable. Play d4 too. Oh, but now this pawn's actually hanging. Let's play a3. Oh no, I'm getting hurt again. Что не то он играет? Wait, this is already a really bad position. Что-то Эрик не то он играл с дебюта. Вот как я прошлый, но я тоже... Да, дебют большое значение имеет. Я в прошлой партии тоже такую ерундень наиграл. Я был очень недоволен. Дебютное число. Yeah, just some opening was gone wrong. Play this move. I have to treat this as a gambit now. Я был очень недоволен своей дебютной частью в прошлой партии. А в этой доволен. Не без помощи соперника, конечно. I have the b-file. If I can play knight f3 and castle, that would be nice. Ладья 2, да? I think I'll be in time, too. Так, давай через зиху. Yeah, watch this. Сейчас будем принимать его. Hey, а, 2-0 же он бежал. Ой, я забыл. Pawn. Блин, я забыл про 2-0. Ой-ой-ой, я забыл про 2-0, как всегда. I would really да, like to play... Maybe I should have played c4 first. Сейчас он c2 выиграл, по-моему, теперь c5. Ладно. But it's still risky for black to take. Тяжело мы входим, выиграем. Ну, смотрите. Okay, there's three attackers and zero defenders. Король c2, ферзь c5. Ой-ой-ой. And my whole second rank is kind of weak. Тяжело входим в игру всегда. Максбет, привет. Мы же могли заканчивать эту партию, теперь будем... Теперь будем играть еще. Будем играть. Winning has not been easy. Oh, goodbye to Hare Krishna. Thanks for stopping in. And gifting so many subs and resubbing. Солнце 2, 0-1. Там 10 ходов для 11. В общем-то, я сейчас пояса оптимистично. 3-5-7. Две лишние пешки. What G4? Теперь сколько-то мертвый. Можем вообще тупо, наверное, тянуть, да? This bishop's pinned. The problem is my pieces are so bad. I'll play bishop f3. Наверное, можно вообще просто вот так брать и тянуть пих. Maybe h... Man, this pawn's just gonna run. Пум-пурум, пум-пурум. This is really uncomfortable. Play g4, so I'm threatening this and this. Ну пытается соперник, да, там как-то такие штучки соорудить. Можно ферзь c3 попробовать напасть и продолжать свое шествие. Yeah, the goal is to make some distraction. Продолжать свой otherwise, путь. Black's just gonna на коняку. Roll over me. Его просто стоит, а как защищать ее? Очень интересный вопрос. Yeah, I'm really just lacking any sort of перед моим with my соперником Эриком стоит вопрос, а как защищать коня e5? How's my knight trapped? I have this move in knight c6. d4, съел. Съел, не думаю. Конь c6. Хотя, может, подумать следовало. Так, хорошо, если ферзь c5. Да, он назад вернется, что ли? Конь есть. We already have 17 points. That's crazy. Продолжаем прессинговать кобылку. У меня на g5. G5 может. Ну я конь b7. И снова станет вопрос перед Эриком. Куда коня девать? Куда девать коня?
I'm thinking about resigning. There's also this Cj5. Единственный ход. Ну, сейчас они чем-нибудь не придумают хитрого. Ну, g5 конь, d7 конь тогда вообще не будет. Okay, let's play this again. Да. Конь e5. Ну, давайте можем дальше нападать на него. So of this, I have knight e3. Не вижу повода для грусти. На конь d3 можем съесть. Можем цепь открыть, brutal, можем... Да все можем. Можем все, что захотим. Можем все, что можем. b4. I'm gonna need some miracle. Cause I'm down 3 pawns. Есть. And my position is bad. There's no compensation here. Просто ж банчик. Although I do have some potential pawn score. Yeah, I'm просто putting... беленьких жбанчик. You're preaching into practice. Okay, now I have this one. А вот он d5 начинается. Вот тут первый зевочек. Начинается вот это вот. And this is why you never resign, because things can get murky. It's still losing, but at least it's not... It's a little bit tricky now for that. Я не знаю, почему. Now these pawns are attacked. Я не знаю, почему. My king is really open. Все равно, конечно, выиграно, но зачем зевать? Mm. This move. Just attacking c5. Все равно, конечно, выиграно все. Ну зачем зевать? Ну зачем зевать? I wanna do this and win stuff. Defending pawn. I still want to play this. Активность дал зачем-то. Probably no good though. Непонятную. Yeah, anyway. Непонятную активность зачем-то дал ему. Так. Так. Все равно выиграно, ну просто как бы можем было закончить партию давным-давно. Мы занимаемся откровенной ерундой. And time's getting low though for black. Still some ounce of hope. Он не тешил себя иллюзиями. I want to play h6 if I get the chance. G4 можно было. Она мой огонь в этой сме. Светлая линия в темной судьбе. Я пройду сотни миль только с ней. Сюда. Okay, so black just blundered. I blundered the pawn. Oh, but it's actually tricky. This pawn's now attacked. Am I winning? Might be winning here. Блин, ну это вообще, это просто цирк. Now I'm winning. Wow. Просто цирк. This is why you never resign. Контроли, конечно, тоже. I know how I survived that position. This one is so bad. Да не, ну это я не знаю. Wow. Это вообще не дичь. Okay. I just had to keep resisting. It's like when you try and like squish a cockroach, but the body compresses, and then it's unsquishable. Вообще как хочешь. Yeah, I'm sure Black had like so many different ways to win. But c3, yeah. So what c3 did, it looks completely crushing, but I'm able to take because the queen got cut off. And then, yeah, then I blundered a pawn.
But the funny thing is, after takes king h2, I'd be threatening the rook and this. I guess black would have queen e5. Man, what a game. I was losing that whole game too, even from the opening. Oh, c2 also. Yeah, c2 is probably just crushing. And then the queen comes back. Okay, let's move on. So, I won a game. I'm top 100 after a single win. Let's go. Thank you, Matt Black Matt. Fantastic show of resilience. Well played. I didn't even have to rely on like a stalemate trap. It was just had to keep my major pieces on the board. Oh, psychedelic is out.